Панихида в память о кинооператоре Галине Хатчин, скончавшейся от огнестрельного ранения, прошла в воскресенье в Южной Калифорнии. Люди несли цветы и зажигали свечи. Выступавшие с речами призывали усилить нормы безопасности во время съемок. Эта трагедия потрясла мир кино. В четверг 63-летний актер Алек Болдуин, известный своими ролями в фильмах сериала «30 рок» и «Охота за красным октябрем», а также пародией на Дональда Трампа в телешоу «Субботним вечером» в прямом эфире, выстрелил из реквизитного револьвера на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико. 42-летняя Хатчинс получила смертельное ранение в грудь, а стоявший за ней режиссер Джоэл Соуза был ранен в плечо. По данным свидетеля, оружие Болдуина было выдано помощником режиссера. Тот дал понять, что револьвер безопасен, крикнув, что он холодный. Среди кинематографистов это означает, что он не заряжен. Но в оружии оказались боевые патроны. Эксперты утверждают, что опасный реквизит должен был выдавать специалист по оружию. Полиция продолжает расследование. Обвинения пока никому не предъявлены.